Иван Иванович Сергеев, человек, имя и дела которого неразрывно связаны с развитием Щелково. Именно благодаря его деятельности в период 70-80-х годов в городе появились такие важные объекты инфраструктуры, как путепровод с подъездной дорогой, новый мост через Клязьму. Также им разработан новый генплан города с пробивкой Пролетарского проспекта. Была введена в строй новая АТС на 20 тысяч номеров и открыт мемориал Великой Отечественной войны. Родился Иван Иванович 7 сентября 1941 года в городе Электросталь. Всю жизнь он трудился добросовестно. Везде его главным качеством была удивительная трудоспособность и упорство в достижении намеченных целей. Прекрасный друг, активный человек, крепкий семьянин, настоящий дипломат. Свою трудовую деятельность он начал в 1960 году техником-конструктором после окончания Кудиновского машиностроительного техникума. В 1970-м окончил Всесоюзный заочный машиностроительный институт. Работал главным инженером и начальником ССМУ-60 в городе Щелково. В 1976 году был назначен на должность председателя исполкома, а после и первого председателя исполкома Щелковского горсовета. Работая в Министерстве иностранных дел, Иван Иванович о Щелкове не забывал и регулярно помогал родному району. Из всей нашей истории Московской области это самый скромный район Московской области. Я здесь не лукавлю, потому что это действительно так. Я всегда вспоминаю слова Юрия Ивановича, который говорил: мы ничем никогда не будем хвастаться. Мы скромно работаем и делаем свое дело. Вот Щелковский район, вот такой действительно он самый есть. Занимал высокие посты. В 2001 году получил звание «Почетный гражданин Щелковского района», член коллегии Министерства иностранных дел Российской Федерации, бывший заместитель министра иностранных дел России, выдающийся деятель российского гольфа, начальник главного производственного коммерческого управления по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД России, член коллегии МИД, член президиума Ассоциации гольфа России. Проводить последний путь Ивана Ивановича пришли его самые близкие и родные люди, коллеги и семья. Я, как старый мидовец, вспоминаю, как он руководил фактически всей повседневной жизнью министерства. И не было более активного, острого на ум и поступки человека во всей системе Министерства иностранных дел. Главное, что он был человеком незаурядным и украшал собою мир. И мы с ним дружили всю жизнь. Кто бы мог подумать год назад, полтора, что он уйдет. Он работал только на государство. Это был менеджер еще в 20 веке. Но остается самое главное – наша память. Вот память о том, что сделал человек на этой земле. Царство небесное Ивану Ивановичу. Деятельный, очень ответственный, дал слово, обязательно сделает. Я постараюсь в двух словах характеризовать Ивана Ивановича. Все легко и просто. Это глыба. Это просто глыба. Человек изумительной доброты. Очень много сделал для Щелковского района. Я познакомился, когда он был зампредседателем исполкома. И с его легкой руки появился мост на Пролетарском проспекте. Конечно, для меня очень большая потеря. Я не все могу так говорить. Я только могу сказать, что ушел из жизни прекраснейший, настоящий сын Советского Союза.